А в Таразе водители больших грузов проводят благотворительную акцию. Они бесплатно доставят гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Актюбинской области. Жители региона собирают сейчас средства гигиены, одежду, постельное белье, матрацы, одеяло и продукты питания. Большие грузы распределили в разных частях города, куда каждый желающий может доставить гуманитарную помощь. Оказывают поддержку в погрузке и волонтеры Тараза. Отправят КАМАЗы уже в среду. Мы решили собраться и помочь пострадавшим в Актобе. Вот, люди несут одежду и многое другое. Спасибо всем, кто отозвался. Есть и те, кто из Алматы приезжает и хочет оказать помощь.